Баня уже сдана, заказчики уже сделали обустройство, дополнительное освещение, но которое ночью как раз дает свой эффект. Здесь полноценная кухня, есть кухонный гарнитур, душевая кабина с отделкой камнем. Отсюда топится наша парилочка. То есть пожелание было, чтобы туалет был теплым, соответственно, мы его сюда замаскировали. Это подсветка под полками. Липа класса А, то есть мы не видим ни одного сучка, то есть все очень аккуратно сделано. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы приехали показать банный комплекс, наверное, так можно даже назвать, потому что здесь много опций. Хотелось бы про все проговорить. Баня уже сдана, заказчики уже сделали обустройство. Что мы здесь можем увидеть сразу, если входя на террасу, то есть это зона отдыха, стол, сиденье, то есть, ну, это уже заказчики сами делали, то есть это, так скажем, дополнительно, но это тоже, в принципе, можем предоставлять. Зона отдыха, свет здесь также виден. Есть стеновые подсвечники, есть на потолке дополнительное освещение, но которое ночью как раз дает свой эффект. Что здесь? Это дровяничок, где можно хранить дерево сухое, то есть используя для топки бани. Дровяник очень аккуратненький, то есть зона для инструмента, как бытовочка небольшая, то есть он холодный. В принципе, здесь для хранения только тепло не нужно. И хранение сухих дров. То есть здесь использовались строительные остатки, то есть попиленные уже также пригодятся и нормально будет растапливать. Так, идемте дальше. Установлены качели, то есть, ну, так скажем, по полной можно отдыхать. Есть колонки, телевизор. Здесь полноценная кухня или зона отдыха, как это правильно можно назвать. Есть кухонный гарнитур, вода, чтобы можно было, да, посуду мыть, кушать, готовить, стол. Стулья, вот получается, тут на 6 персон свободно умещается, холодильник, телевизор. То есть вышли из парилки, помылись, сели, отдыхаете, наслаждаетесь. Здесь заказчики даже и живут, ну, полноценно можно и проводить время. Конечно, наверное, это не круглогодично, то есть, а на летнее время свободно. Хотя теплые полы здесь установлены, обогреватели, то есть тепла здесь более чем достаточно. Отделано помещение сосной с покрытием маслом светлым. Все выполнено очень аккуратно. Ну, я думаю, даже невооруженным глазом видно, что даже, да, ни шурупчиков, ни гвоздиков, все сделано идеально. Свет направленный, то есть можно как осветить кухонную зону или рабочую зону на столе, столешнице. В комнате отдыха есть большие витражные окна. Сейчас они закрыты, но их днем, так скажем, хорошо можно видеть. То есть вот они полностью до сих, то есть весь угол полностью прозрачный. Сейчас вечером этого не видно, но днем это прям очень светлая комната и все красиво. Зона, наверное, помывочной можно назвать, да, то есть это душевая кабина с отделкой камнем. Также есть обливное ведро, то есть когда мы выходим из парилки, можем сразу помыться, если того требуется, облиться, посидеть на лавочке. Здесь сделан туалет, такой аккуратно, так скажем, спрятанный. То есть пожелание было, чтобы туалет был теплым, соответственно, мы его сюда замаскировали. Хоп, закрываем, и никого там не видно. Отсюда топится наша парилочка. Печь Везувий, порядка 14 кубов, если не ошибаюсь, а может чуть побольше. Все отделано плиткой терракот. Здесь уже заказчики поработали, да, обустроили быт. Видим полотенца на полочках, шампуни, масла. Отделка также сосновой вагонкой сделана. Подсвечники сочетаются с зоной отдыха, то есть в таком же стиле. Там их три было, здесь уже вот по этой рамке можно ставить сколько угодно. То есть, ну, здесь два достаточно. Они направляемые, то есть можно двигать, ставить куда угодно, и будет светло там, где вам хочется. Далее переходим в парилку. Самое, так скажем, интересное место, то, что привлекает заказчиков. Что хотелось бы сказать про освещение. Парилки у нас имеют разное освещение, то есть в данном этапе это три освещения. Первое, так скажем, начнем от самого такого интимного, скажем, и до более светлого, то есть это подсветка под полками, то есть такой, ну, затемненный свет, то есть свет ленты проложен только
под полком. И, в принципе, его достаточно. То есть, для того, чтобы видеть друг друга, видеть, где там веник стоит, как запаривать. Далее, это подсветка можжевелового панно. То есть, это отдельный свет заложен на панно. То есть, и мы уже получаем вид освещения сверху. И третье, это солевые светильники, которые находятся по углам. Три светильника дают тоже свой свет. То есть, вот сейчас она, так скажем, во всем свете. Парилка выполнена из липы. Липа класса А. То есть, мы не видим ни одного сучка. То есть, все очень аккуратно сделано. Полки выполнены из кедра. Ну, кедр сложно найти, да, чтобы без сучков был. То есть, ну, все равно сучки присутствуют. Двухуровневые полки. То есть, чтобы можно было посидеть как и на нижней части, то есть, ну, там, ребятишкам, детям, да, и уже на верхнюю часть. Ну, или сесть на верхнюю и ноги поставить, чтобы они были в свободном положении на первом полку. На стене присутствует упорное перило, чтобы можно было облокотиться, опереться спиной и не задевать стен. А также есть вентиляция. Вентиляция, подсос идет из-под полка, то есть, вот в этой части есть одно окно продувное, то есть, и... Ну, то есть забор воздуха может идти как отсюда, так и отсюда. В основном эта часть уже пользуется, когда баня протопилась, ее уже можно открыть, и чтобы вся влага лишняя излишняя выходила на улицу. Уже более просушка. Также есть окно для залпового проветривания, ну или вообще для свежести, так скажем, чтобы можно было получать. А есть два варианта каменок в данной модели. То есть каменка закрытая, это вот под этой дверкой, да, то есть у нас набирается тепло во внутренней каменке, и камни более лучше прогреваются. Вот эта воронка, она как раз предназначена, чтобы мы могли заливать воду в самое нагретое место этого, вовнутрь этой печи, вовнутрь каменки. Когда нам надо поддать, соответственно, мы открываем дверку, а можем вообще с открытой дверкой, то есть уже когда камни набрали температуру, уже мы готовы париться, открыли дверь и поддаем во внутреннюю. Если нам надо, чтобы камни набрали температуру, соответственно, мы закрываем ее, и камни наши нагреваются. Второй вариант – это подача на наружную стенку печи, то есть это наружная каменка. Нагрев у нее поменьше, но имеет место быть. То есть, соответственно, можно подливать, и такое плавное испарение с этих камней мы получим. Здесь уже заказчики, так скажем, проявили... Тоже такой уже подход, видите, соляная чаша, так скажем. При испарении воды с камней, он пар подхватывает солевые потоки, он даже видно, как соль уже поплавилась, да? То есть уже вон чаша стала в соли. И мы получаем ионизированный воздух, соленый, полезный для дыхания. Что еще можно сказать про печь? То есть она защищена деревянной обрешеткой. То есть сама сердцевина печи, получается, у нас обложена камнем, да? И плюс еще есть такое ограждение деревянное, чтобы дети, не дай бог, могли подбежать. И то есть все защищено и очень аккуратно. Также сделана отделка плиткой с наружной части, можно наблюдать. То есть она как в стене в монолите, так смотрится очень интересно. Заметим, что плитка посажена на клей без швов. То есть мы видим уже плиту минерита с задней части без каких-либо там смесей или еще чего-то. Смотрится очень оригинально. То есть плитка и аккуратненький внутренний шов, так скажем, пустой шов. И смотрится, мне кажется, очень красиво. Я думаю, что в таком варианте можно делать, и не обязательно, чтобы эти все швы были заполнены. Смотрится очень красиво. На примере этой бани я хотел вам показать, какие модули можно делать по вашему пожеланию. Да? То есть это терраса, комната отдыха, моечная, парилочная, дровяники, хоть столярку там. Были случаи, когда мы делали еще отдельно столярку для клиента рядом с баней. То есть сделать можно все, то есть на любой цвет, на любой вкус, то есть под ваши пожелания. На улице имеется чан с водой, подогревается за счет печи. Комплектацию наших бани такие чаны мы можем устанавливать. Обыгрывать их, чтобы вход из бани был продуманный, выход в чан, лесенки, то есть все как положено. Чтобы только вы приходили, отдыхали и наслаждались своей баней. Все контакты нашей компании будут в описании.
ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Будем рады на них отвечать. Пока!